все за одного! Мы за всех! И все за одного! И все за одного! Thank you.
Праздник у вас! Соратники! Русские люди! Сегодня особенный день! 400 лет прошло с налёгом 1612 года. И сегодня 7-й русский марш. Мы начинаем наш митинг. Сегодня выступят лидеры русских организаций. Выступят те, кого вы хотите услышать. Русский марш начался. Сейчас наша прекрасная соратница Алла Горбунова, которая помогает мне. Русский марш сейчас проходит не только в Москве, но в более чем 40 городах России. Борисоглебске, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Вологде, Воронеже, Глазове, Донецке, Екатеринбурге, Златоусте, Иваново. Не устали? А наши соратники не устали! Иркутск, Ижевск, Казань, Калининград, Калуга, Касимов, Киев, Вятка, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Луганск, Магнитогорск, Могилев, Москва! Москва здесь! Здесь! Москва! Мурманск, Муром, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Николаев, Новокузнецк, Новосибирск, Одесса, Омск, Орел, Пензе, Перм, Петропавловск-Камчатский, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Сургут, Таганрог, Старый Челябинск, Югорск, Южно-Сахалинск и Якутск. И сейчас во второй столице нашей Родины, в Санкт-Петербурге, где губернатор Полтавченко не согласовал русский марш, наши соратники собираются, так как даже... Выдающиеся русские политики, которые и 20 лет назад говорили о тех проблемах и целях, которые стоят сейчас перед нами. Я хотел бы сказать несколько слов. Наш следующий оратор. Участник боевых действий в Афганистане. Отец 4 сыновей. Доктор юридических наук. Один из адвокатов политзаключенного Даниила Константинова. Итак, я передаю слово главе Российского общенародного союза Бабурину Сергею Николаевичу. Перед началом митинга прозвучала великая песня «Русские идут» в исполнении ее автора, прославленного нашего современника, великого поэта-песенника Александра Шаганова. Мужество, оно есть у всех присутствующих. Поделитесь своим мужеством с вашими соседями, с вашими друзьями по работе. Подняться на сцену известного актера Александра Михайлова и стражников порядка просим пропустить Александра Михайлова, запрещенного движения входит нелегальные иммиграции. В настоящее время глава наблюдательного совета этнополитического объединения «Русские», известный русский националист Александр Белов. Встречаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вам не голос услышал. Я думал, мне будет голос. Я нашел вашу колонку, что пламя в ваших сердец. Это настоящий огонь. Водки там набил. У нас это поставили. Поставили задачу. Русские! Россия принадлежит нам! 400 лет назад! Стреляйте для того, чтобы грабить Россию. Но у них не было столько сил, чтобы уничтожить столько русских. Тот, кто сидит сегодня в Кремле за последние 8 лет, сократит численность моего народа на 10 миллионов человек. Верите ли вы в победу? Пойдете ли вы до конца? Чувствуете ли вы нашу силу? Мы победим! Слава России! Сейчас этот человек представляет Московское отделение Российского
бумагу! Берите площадь! Берите трибуну! Эта война не нами объявлена, войну объявлена! Это война русского духа! Это война нашего спасения!